Привет, хочу показать такой интересный картинговый шлем, который выполнен в стиле Bugatti Chiron. Здесь у нас спереди гриль такой, решеточка, соответственно, оптика, логотип. Сзади, пожалуйста, у нас полноценные стопы, выхлоп, ну и все прилагающееся. Ребят, пишите комментарии, если что-то интересно, как это изготавливалось, как это производилось, я всем отвечу. Всем все объясню, покажу, расскажу. И, кстати, посмотрите, как горит лак. 6 слоев с промежуточной сушкой. Я думаю, это бомба. А сейчас я покажу, как я его нарисовал.